Что я хотел бы вам сказать про казан. Попользовавшись почти год этим алюминиевым казаном на 22 литра, вот как раз сейчас я его отмачиваю после очередного приготовления. Сразу не помыл, поздно уже было, на утро оставил, сейчас замачиваю. Отмывается он легко, драить сильно его не надо. В использовании я не знаю, мне не с чем сравнить. До этого у меня котелок был 6-литровый, алюминиевый тоже. Чугунным я не пользовался. Но попользовавшись этим, могу сказать, что очень удобно. По объему 22 литра, по мне, так оптимально. Можно готовить, не боясь, что что-то там при перемешивании выплеснется или еще что-нибудь. Можно готовить хоть на небольшую компанию, хоть на большую компанию, очень универсально. Алюминий очень практичен. Кто-то, может быть, скажет, что по вкусу блюда отличаются. Ну, я не заметил. Вот я готовил на сковороде, у меня такая большая есть чугунная, и в алюминиевом вот этом казане разницы я не ощутил. Вот, только положительные впечатления, поэтому, если кто-то думает брать чугун, алюминий, решать, конечно, вам, но мне алюминий понравился. Ну, это не чистый алюминий, сплав какой-то. Вот, очень практичен, неприхотлив, легкий, можно с собой куда-то брать, например, если вы дикарями куда-то на машине там едете отдыхать. Большая компания, маленькая, на все случаи жизни. Идеально. Вот, поэтому я когда-то смотрел видео Сталика. Он там советовал именно 22 литра, и я решил взять 22-литровый казан. И, в общем-то, я полностью с ним согласен. 22 литра оптимально. Не морочьте голову, берите 22 литра и останетесь довольны. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Там вы можете увидеть видео с приготовлением блюд в этом казане. До свидания.